Днепр – украинский мегаполис с населением более 1 миллиона человек. После Киева это второй по площади город и четвертый по населению после Киева, Харькова и Одессы. Набережная Днепра по правому берегу самая длинная в Европе – 30 километров. Она состоит из трех частей. Набережная Победы на юге, Сечеславская набережная в центре и Заводская набережная на западе. В этом видео рассматривается только Сечеславская набережная, которая начинается у пешеходного моста на Монастырский остров. Вот он. Слева отель «Днепр». Центральный мост через Днепр. Большое здание слева – проектный институт «Укргипромез». Thank you.
Белое здание, речной порт. Вдали виден Амурский железнодорожный мост, где заканчивается Сечеславская набережная и начинается Заводская. Ознакомиться с набережной из движущегося авто трудно, поэтому рассмотрим некоторые интересные объекты детально. Из пешеходного моста хорошо виден жилой комплекс «Башни». Он состоит из двух 106-метровых зданий-близнецов и является одним из символов города Днепра. Фестивальный причал в центре набережной. Здесь устраивают массовые мероприятия города, выступают артисты эстрады и тому подобное. Сечеславская набережная – любимое место прогулок и отдыха горожан. Удивительно широкая, с фонтанами и скульптурными формами, с зеленым бульваром посередине. Скульптура «Юность Днепра». Храм Иоанна Предтечи на Сечеславской набережной. Это вторая в православии и первая в Украине церковь, купол которой венчает скульптура. Ее высота 7,5 метров. Гостиница «Парус».
Клуб Рио. Ресторан «Поплавок». Памятник погибшим в Афганистане. Вот такая у нас набережная, любимая жителями Днепра и гостями города.